А что будет после слов Бориса Джонсона об ответном ударе по России? Вообще, на Британских островах, похоже, заговариваются. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Российской ракете «Сармат», самой мощной в мире. Новое смертельное гиперзвуковое оружие способно уничтожить территорию размером с Техас или Англию. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет, раз и навсегда. Зачем заигрываться? Другой вариант – погрузить Британию в морскую пучину в российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну цунами высотой до 500 метров. Такой ледяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над британскими островами, он превратит то, что от них может еще и останется, в радиоактивную пустыню, надолго непригодную хоть для чего. И как перспектива? А ведь Путин предупреждал. Но я давно шахтов, можно сказать, вы знаете, пиздеж старой ботоксной залупы, если это разумеет. Дивіться, вони отримують бенефіти тільки від погроз. Але від реального застосування вони отримують тільки пізди від всієї планети. Жодного некатастрофічного сценарію для Росії після застосування ядерної зброї просто не існує. Тож скажу досить прямо. Ми можемо тому Путіну шляпою по губах постукати, і він взагалі нічого не знає. Мир встал на колени после удара. Этот мир тает под снегом. Тает под снегом, плачет дождями маленький мир. Посмотри и сделай шаги.
колени, встал на колени после удара. Этот мир тает под снегом, тает под снегом, плачет дождями. Сладкий мир встал на колени, встал на колени после удара. Тает под снегом, тает под снегом, плачет дождями. Встал на колени, встал на колени после удара. Этот мир тает под снегом, тает под снегом, плачет дождями.